Для детей и взрослых рекомендую на десерт к чаю приготовить аппетитные, очень вкусные и невероятно красивые булочки с творогом и изюмом в домашних условиях. Перед вами весьма оригинальный вариант, как приготовить булочки с творогом и изюмом. Использовать вы можете не только традиционное дрожжевое тесто, но и слоеное, что значительно сократит время приготовления. Восхитительные булочки, которые обязательно придутся вам по вкусу. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Для приготовления опары соедините 50 грамм сахара, дрожжи и теплое молоко. 2. Оставьте в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать. 3. Сливочное масло растопите. 4. Яйца соедините с оставшимся сахаром и взбейте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Добавьте соль, немного ванильного экстракта, сливочное масло и взбейте до однородности, выложите в мисочку опару и перемешайте. 6. Теперь время добавлять просеянную муку, вымешайте тесто как следует, после переложите в мисочку, накройте чистым полотенцем и оставьте подходить в теплом месте. 7. Пока тесто подходит, можно сделать начинку, соедините творог и сахар по вкусу, добавьте ванильный экстракт. 8. Вбейте яйцо и как следует все перемешайте. 9. Изюм предварительно промойте или залейте горячей водой, после обсушите как следует и добавьте в творог, начинка готова. 10. Когда тесто подошло, разделите его на две равные части. 11. Раскатайте на присыпанной мукой поверхности. 12. Точно так же раскатайте второй пласт, подготовьте 2 стакана, или выемки для печенья, разного объема. 13. Выложите этот пласт сверху первого. 14. Аккуратно вырежьте кружочки меньшего объема из верхнего пласта и выньте их. 15. Теперь вырежьте булочки по кружочкам большего размера. 16. Вот такие заготовки получились. 17. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. 18. Наполните булочки начинкой и смажьте взбитым яйцом, отправьте противень в разогретую духовку. 19. При 180 градусах выпекайте булочки около 25 минут до румяности. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Молоко, 220 мл, яйцо, 7 штук, из них по одному в начинку и для смазывания, сахар, 220 грамм, по вкусу в творог, масло сливочное, 110 грамм, мука, 1,5 килограмма, примерно, творог, 700 грамм, изюм, 200 грамм, дрожжи, 1 чайная ложка, соль, 1 чайная ложка, без горки, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, в начинку по желанию, количество порций 20. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья!